Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами я, Вован, и опять вернулся, и сегодня у нас кое-что странное. Мод-обзор. Big Smoke or Doom. Я надеюсь, вы поняли, о чем будет этот мод. Clock and Bell. One day at Clock and Bell, somewhere in hell. Welcome to Clock and Bell, can I take your order? Как-то так. Шикарно. Фастфуд больше не разрешен в аду. В общем, как-то так. И дальше просто вот эта вот кат-сцена. Но это шикарно. Это выглядит прекрасно. Модельки и еды как раз таки подходят для заведения. Это просто что-то, честно говоря. Хотя, я не вижу вот этой атмосферы, которая вот была в GTA San Andreas. Вот не вижу я ее. Нет, это спринимающее. Big Smoke's Order in Doom. До конца уже посмотрим. Я думаю, это, пожалуй, все. Они и так ему ничего не сделают в большей мере. Хотя, может быть, есть какая-нибудь там концовка после этого всего. Нет, ничего нету. Это конец. С вами был Вован, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Это практически все.